Кто имел счастье общаться с ним в процессе своей жизни. Это Рахмат Карабуша, достойный сын своих благороднейших родителей, который является Аврупой Рабидио. Мы говорим по-другому, что она Мропуриев и Апаосна. Это Рахмат Карабуша, Акаисхак. Один из сыновей этого прекрасного, прекрасной, красивой семьи, благородной семьи Аврамовых. Он прожил достойную жизнь. Был очень веселый человек. Обладал прекрасной профессией зубного техника. Выучился, выдвинулся в люди. Очень удачно женился. Обзавелся прекрасной семьей Божа Саламат, Апарая, Раиса. Раиса Николаевна, она же врач, доктор, которая рука об руку с ним прожила целых 52 года, а можно сказать, всего 52 года. Но сегодня мы уже, так скажем, на заре, чуть не на склоне жизни нашей, с нашей женой, мы уже, может, всего 52 года, да, вот. Им бы жить, им жить, удовольствоваться счастьями своих детей, удовольствоваться счастьями внуков, но не тут-то было, тихо, я прошу вас вообще, но не тут-то было, злая смерть забрала этого прекрасного человека, Азбахри Бахнасаламан Апарая. Они, создав прекрасную семью для Исаак и Тетрая, подарили друг другу прекрасных четверых дочерей. Манами Гуки Микрагона Пасху. Он мог особенности. Махелла. Очень прошу извинения. Я говорю о нем. Можно послушать, да? Ты для чего пришел? О нем, слушать о нем, правильно, да? Может, я не так говорю, мне нужно подправиться, чем говорится. Пожалуйста, я вас прошу очень. Полюбив друг друга, Акаисок, Матка Божия и Апарая, подарили друг друга четырех прекрасных дочерей. Сегодня мы, видя успехи этих прекрасных детей, можем прийти к одному выводу. Не важен пол ребенка, а важно качество этого пола. Да, у него не было сыновей. Но зато сегодня эти дочери, и на джойчан, все равно с одним дом похазал горшку. У меня был такой, знаете, вопрос скептический. Маме, можно сказать, мама Апарая. А как они живут с мужьями? И вы полюбили вот эту игру. Вот как я сегодня люблю своих домов больше, чем как сыновей, так же он еще больше любил. В каждом из них он видел сыновей своих. Все. Значит, не важен пол, а важно качество этого пола. То есть, над любым полом надо работать, дорогие родители, особенно я обращаюсь сегодня к нашей молодежи, побольше обращать внимание на воспитание своих, а кому мы живем, неправильно они. Самое как Аскорубор Олам Хусен Ханда по Фарзандо Бараду внимание тебе, что и наверняка сделал он с медленной со своей Николаевной. Поэтому сегодня эти девочки Асписар Зио Хизматой Шаона Бахадур Морда Карда и Стобин. Божий Асаламат Аким Стобан Путан Мукин. Потому что, видите, наше пение почти одинаковое, да, замечаете, да?